Когда светские атеистические умы входят в диссонанс с религиозными воззрениями различного толка. Как, находясь в глобальном информационном пространстве, разрывающем неокрепшую психику индивида на множество интерпретаций образа жизни, не ошибиться в выборе предлагаемых доктрин? Что сделать, чтобы приглашенные неравнодушные оставили попытки доказать свою правоту и жертвуя политическими амбициями, все же приняли во внимание свободу выбора личности? Каждый человек может верить в то, во что он хочет, лишь бы это не нарушало право другого на собственное убеждение. Фанатизмом не возвысить общество до пределов высоких нравственных стандартов. Высшее разумное качество жизни не приемлет монополии на Бога или знания. Истина многопроявлена и многогранна. Ее не упакуешь в одну религиозную книгу. Представителям церквей и многочисленных общественных организаций пора присоединиться к служению в духе принятия и уважения друг друга. Понять тот факт, что каждому для начала нужно хотя бы выяснить, что человеческая личность-душа становится по-настоящему счастливой и самодостаточной, только проявляя определенные качества в повседневной жизни, соблюдая единые для всех принципы мира и справедливости. Жизнь по совести в гармонии с другими. Для этого не обязательно принять Христа или Мухаммеда в своем сердце. Уверен, что действительно объединяющая сила в обществе возникнет только в сонастроенности всех религий и организаций. На основании таких качеств, как принятие, терпение, покоя, самопознание, внимательности, самоосознание, бескорыстие, радости, изобилия, счастья, умиротворения, улыбки, смелости, служения, ответственности, мудрости, силе, мягкости, открытости, воле, заботы, преданности, вере, решимости, искренности, памяти, чистоты, осознанности, доброты, любви, знания, гармонии и других качеств. Почему бы за основу всех начинаний не взять эти и другие основополагающие качества и фундамент успешной личности?